Всем привет, с вами Ирина. Хочу показать вам еще вот такой вот башмачок, который я заказывала с очень-очень интересными листиками. Листики на солнышке так переливаются, ну действительно словно как календарики из детства. Очень интересное растение. У нас здесь есть две молодые розеточки. А основная розеточка, у нее почему-то нету серединки, но, возможно, где-то как-то она пострадала. Ну, в общем, вот в таком состоянии пришло растение, немножечко с такими вот листиками, видите, там надломан один листик, здесь второй, но это все уже транспортировка, как бы у меня особо претензий нету. В основном растение абсолютно нормальное, здоровое, то есть две молодые розеточки, они у нас в целости и сохранности. Так что вот такое вот растение пришло от Швертера. Очень многие просят добавлять фотографии, показывать обзоры, какие же приходят иногда растения, для того, чтобы было не так страшно заказывать, потому что даже если многие и хотят заказать, то они не знают, что им придет. Ну, ребят, я вам показываю растение, но не факт, что вам придет именно такое растение. Мы уже заказывали, по-моему, Конколор. Он пришел первый с тремя розеточками, а второй у нас пришел, по-моему, что с одной розеточкой. Так что раз на раз не попадает. И не всегда придет такое же растение, вот как я вам показываю. Да? То есть может прийти с одной розеточкой или с двумя. То есть это уже что нам положат в посылочку, то, конечно, к нам и придет. Так что вот такой вот красивый башмачок. Невероятные листики, просто невероятные. Они такие вот прям насыщенные. Очень-очень красивые листики. И растение растет. Вы видите, снизу у нас проклевываются масенькие-масенькие корешочки. Очень интересное растение. Очень-очень. Я пока его не трогаю. Но в любом случае, как-то я доберусь и посмотрю, что там у нас внутри. Пока у меня нет возможности все тормошить, да и не очень, конечно, хочется. По крайней мере, я уже могу судить по нескольким растениям, которые я пересадила непосредственно от Швертера. Корни у него всегда отличные, поэтому я не очень спешу доставать и тормошить растения. Ну, все, спасибо вам огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки и до новых встреч. Пока-пока.